Всем привет. Ну, мы приехали в распродажу. Вон домик. Вот толпа стоит. У нас еще где-то полчаса до открытия. Тут так вот с улицы. Улица вся забита машинами. Вон оттуда начиная. И вот это все. Вот это все в этот дом. И вот сам дом. Все пойду стоять в очереди. Через полчаса нас запустят. Полицейская машина даже стоит. Первый раз вижу, чтобы полицейская машина была на распродаже. Так что, видимо, вещи действительно дорогие. Ну и вот. Вон там раздают пончики и кофе. Сейчас пойду разживу все кофе и пончиком. Вот таких вот кофе. Здесь вот сахар. И крем, как будет крем сливки. И сейчас мы возьмем себе пончик. Они все одинаковые. Так, где салфеточка? Салфетки нету. Будем хватать руками, я так понимаю. Все. Салфетки нету. Сейчас немножко покажу дом. И сейчас вот так вот одним глазиком тихонечко покажу. Так, вот стоит полицейская. Видите? Это вот бесплатные пончики. И кофе. Здесь наша очередь. И вот полиция стоит. Вон там в углу еще один полицейский стоит.500, цены, видите, да? Ой, какая интересная. $800.
Эта штука сколько стоит? 98. 30. Ай-яй-яй. Ай-яй, это Liberty. Liberty. Как видите, да? Liberty. Ай-яй-яй. Дорогущие. Ну, $400. Как-то не хочется начинать с $400. Не знаю, прорвалось. Написано, подписано Мейсон. Мейсон не писал Мейсон, поэтому это подделка. Какая роскошная. Посмотрите, это фарфор. Вот это фарфор. Какая она. Еще гигантская. Она огромная. Вот моя рука. Она огромная. Блин, даже 50% она будет дорого. 50% это все еще будет $650. 75 долларов. Ну что такое? Это кто? Так. Ой, боже. Он поролоновый. Боже. Ночью увидишь, блин. Утром не проснешься. Так. Ой, какие музыканты. Сколько стоят музыканты? $50. Ребята, ничего не вижу, все дорого, дорого, дорого. Так. Например, вон бегемот какой шикарный. Ну, блин, дорого. Все безумно дорого. Где меня не было? Надо найти, где меня не было. Идите на ту сторону. Сейчас все покупают, покупают. Я как лошара. Ничего не вижу, блин. Вот, 1400. Какая роскошная вещь, 1400, блин. Вот это нам было интересно. Это у нас дисплей. А вот это что такое? Чайнис. Драгон ваза. Короче, ничего такого. Здесь у нас какая-то посудка. Чья посудка? Made in China, прикиньте. Все так круто, оно. А посудка made in China. Я-то думала, здесь будут сейчас меня Мейсоны. А тут, блин, made in China. Вот это кто? Nippon. За $195. Интересно, за сколько я должна его продавать? $45 каждая птичка.
Здесь вот более-менее еще не общипали. Вот это вот мы. А, сейчас заберем. Если она целая. Вот здесь не хватает стекла внутри. Но это не страшно. Стекло мы вставим. Состояние вроде хорошее. Это мы забираем. Дорого, конечно. Я их раньше еще по $5 брала. Это что за фигня? Это же прикольная, конечно. Алдос какой-то. Тоже $30, блин. Это Алдос, я не знаю, что это такое. Это что-то тоже интересное. Но я не знаю. Вот это что у нас такое? $60. Мамочки. Ой, по моей ноге. Никто там сзади не споткнулся. Так, что у нас тут? Вот это симпатичное. И сразу $350. Some photographing stuff? It seems too expensive. $875. Gosh. Look at this, что происходит. Все дорого, все. Все дорого. Надеюсь, это 30, а не 300. Сейчас возьму. Нет, все-таки 30. На нее. Пух, вот это продано. Более-менее прилично. Это продано. А вот это сколько? 45. Картина какая классная тоже. Продано, кстати. Они, оказывается, вещи, которые больше $1000, вчера по телефону распродали. Такое свинство. $4500 вот эти вот. Вот Wedge Dude. $500. Набор. Вот здесь вот. Кстати, я тут не была. Вот это деревце. Нет, не малахит, а что это такое? Забыла, Джейд. Стоит $45. Салонки. Так. Стерлинг за $90. Вот как моя. 3 за 20. Но они не стерлинг, мне кажется. Так, здесь у нас 35. Вот это яйцо прикольное. Цена сразу $175. Тоже прикольно. Петушок. Упс. Чей петушок? Непонятно. Ничей. Поэтому и стоит здесь бедолага. Так. Добрались мы до этой полочки. $400. $20 стерлинги. Здесь вот шкатулочки. 55, но очень дорого. Очень-очень. Все дорого. Вот часы неплохие. Так. А вот эта штука чья? Это Китай. На по виду прям вижу. $15. Я вам даже не подписанный. 15. Вот эту вот непонятную птицу. Что у нас тут?
стаканы 45 сверху. Ведь на голову пойдет, мало не покажется. Так, 45, 85, 300. 15. Вот это вот. Не, ну цены, ну реально. Да. Чьи-то речи. Чьи-то речи, прикиньте. Совсем у них с посудой-то. Не очень. Вот это вот 95 долларов. Вот эти вот 15 долларов, что за, что такое? О, здесь тоже всякое разное. 500 долларов, 250 долларов, 75 яйцо. Так. Кухня. Цены просто в каком-то жутком неадеквате. Сначала смотрим цены. 45 долларов. Еще непонятно, что. Вижу слово microwave. Раз микроволновка, значит, что-то современное. Ничего не вижу. Вот это вот я в прошлый раз, помните? Охала-охала. Сейчас посмотрим, кто это. Что-то современное. Ривера, Ливерпуль, Валерой Бош. Ничего вроде так. Microwave сейф, она современная. Так, ну цены, блин. Просто. Обалдеть. Вот это у нас лимож, но опять по безумной цене. Слишком. А это кто? Ингланд. Windsor Castle. Вот эти ничего, сколько стоит-то, господи. Ну нет. Где цена? Цену-то где взять? Ну, если это 725, то та тоже недалеко ушла, я подозреваю.